будет на меня. Здесь стоять? Здесь и открываться туда нарушить. То есть для этого вот как бы ступеньки там поставили, чуть дальше для того, чтобы было возможность приехать туда на себя. Ясно, нашу надо выбрать всем вкладку сделать. Как она? Перегородку не будет. Эту не будем, она живая. Эти просто пришлось поменять, но это не было. Это была камышовая и тут ничего не было. Это еще палочка, палочка. Артефакт. Да? Ну это нет, местное, мы ее поставим. Вот это все новая пробовать, да? Да. Ну они добавили еще камеры, акустику. Ну вот да, видно, что это слово. Основная задача в том, чтобы мы помнили, уважали, гордились теми людьми, которые жили, работали в нашем городе и прославили его на весь мир. Мы продолжаем ремонтные работы в музее-квартире Михаила Михайловича Жванецкого. Мы завершили перекрытие между первым этажом и подвалом. Также проведены все коммуникации, проведена электрика. Завершаем монтировать, и я думаю, что на следующей неделе, через дней 10, приступим уже к чистовым работам, поклейке обоев и так далее, и так далее. То есть будем готовиться уже к завершению ремонтных работ. Параллельно с этим идет восстановительные работы, проводятся с мебелью, которая была здесь, ее приводят в порядок. Это Одесса, это старый одесский двор, недалеко от Привоза. И в такой музее-квартире будет огромное количество той информации, где любой человек, который приедет в наш город, сможет прийти, почитать первые строки, посмотреть мебель, потому что это самое такое будет яркое в этой квартире, потому что мебель будет аутентичная, это настоящая мебель, которая в этой квартире находилась, ее сейчас отреставрируют, привезут сюда, и я уверен, что это будет очередной такой красивый, туристический, яркий пример, как нужно любить свой город и любить одессита, который прославил наш город на весь мир.